вчера, сегодня уже два раза качнулось. Сто выносливость, блять. Выносливость стоит, так и стоит. Когда мы с тобой играли с М1А, помнишь, это когда было? Позавчера, по-моему. Или позавчера? Или позавчера. Короче, оно было 44, стало 69. Ну, типа, не сам уровень, а очки уровня. Ну, я понял. У меня было, ну, уровень я не вкачнул. Как бы на 20, ну, грубо говоря, с копеечкой оно прокачалось всего лишь. Зато сила вот тоже... Она у меня вроде вчера прокачалась 40-я, сегодня уже почти 41-я. А выносливость ни хрена не качается, всего лишь треть уровня прокачалась. Кайф, да. С контейнера вышло. Убил. Его могли хлопнуть, забывай. Он мертвый, я походу взорвал его. Я к тебе поднимаюсь. Да, да, взорвал его эвкой. Ёпта. Шестой класс. Ты же двоих вроде видел, нет? Нет, я одного видел. Окей. Тут тоже бот мертвый. Вон залутать просто мечник, я так. Мечник, вроде, закрыто. Убил. Убил? Крыса в туалете сидел. Причем он тут давно, походу, сидит уже. Потому что выстрелов-то вообще никаких не было очень давно. 37-й. А МП7-то на топовых патронах у типа было. Было больно. На АП-шках, что ли? Ну. У тебя место еще есть? Да. Там, да, там противогаз у него 50 тысяч стоит, слоник. Если а хочешь. Что так дорого-то? Он меняется на какие-то броники. Не помню какие. Опа, а тут же морик лежит. А, так во, вот ты, парень. Блять! Вот ты кто... Его убил, походу. Ты с той стороны, что ли? Серьезно, блин? Да. Я без стамины. Где он там стрелял примерно, ты не понял? Это по центру, по-моему, я пойду там. Пойду на мост. А тут еще мертвые чевыки. Представление устраивает. Там кто-то попался. Но выстрел был по металлу. Это бот по мне стреляет. Тут какая-то мега крыса, короче, сидит. Он тут на мосту еще челов поубивал. Ну, лежит, блять. Я же говорю, у него мозгов не хватит никуда уйти. Нашел? Да. Он там лежал в кусту просто. Просто лежит в опене с М1А, блять, и целится на ту сторону. Ну, эти там тут полутал. Какой уровень? Не знаю, надо дальше прочекать сперва все. Не глушеный же, ничего, лежи. Юм. А этого вообще убил ботик, блин. Я еще думаю, как он мог его убить оттуда, с того берега.
Так, а вот теперь надо химичить. Кстати, кустик бы немножко сдвинулся. Хотя, блин, справа и слева. Пойдет. Но. Бля! Что сидит такое? Пристрой на первом, сидит крыса. Ты жив? Да. Понял, я буду спрыгивать в тыл. Я без брони. Где именно сидит, не знаю, просто мне. Зашел ему в тыл. Ты где? Ты на первом? Да, я на первом, в сторону шаурмы. А где же он тогда? Я не знаю. На мусорных мешках прямо, наверное, по коридору. Может быть. На кухню сейчас забегу. Я простреливаю. Не попал там никуда? Нет. Значит, на кухне, блядь. Стой, 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 не стреляй, не стреляй. Нету. А, лежит, лежит! На мусорке? Блять! Да. Ёб твою мать! Господи, геймер, а. Я уже знаю, как завтрашний видос назову. Что-то сегодня у нас гениев просто полно. То есть по нему стреляет, он даже не двигается, мать. Чё кто-то заходит? Центр. Уверен? Ёкалэмэнэ, бля. Бля, ну у меня 5 брони после него осталось. Чат, ну ладно, вы вот там некоторые, ну... Поддержали типа, который лежал с М1А. Пускай он там делал квест 100-метровку, да, лежал, и ему пофигу на позицию. А чё вот этот чел делал, по-вашему? Чем он тут занимался? Не буду говорить напрямую, но я думаю, ты поймешь мой посыл, что он тут делал. Что стрелять, когда я дверь открыл вот там, ключиком. Можешь на него посветить фонариком, я скриншот сделаю? Да, у меня нет фонарика, кстати. А, нету? А. Бля, ладно, вот так как-нибудь. А, ну так там повязка, это как бы твич, все дела. Ну, повязка твич, да, а как же ты хотел, блин, контент. Да. Так-с. Сколько сегодня прокачалась выносливость? Ну вот, она качается, блин. Выносливость качается с легкой броней, короче. Ну где же ее взять-то, блин? То есть со стандартной броней, в которой всегда бегаем, она ни хрена не качается. Они в этом патче сделали гораздо большую зависимость, чем в предыдущих всех патчах. Если у тебя есть желтенький перегруз, то у тебя вообще почти не качается выносливость. То есть у меня сразу изначально уже перегруз небольшой в рейде. И отсюда выносливость у меня вообще слабо, очень слабо качается. Я что-то сегодня говорил. За 3 дня игры, ну за 3 вечера игры, у меня прокачалась треть одного уровня выносливости. А сегодня за 2 рейда у меня прокачалась треть. Потому что я бегал в супер легком бронике. Так, надеюсь, это была голова. Да, походу да. А, интересно, и тут еще один, да? Скупщик работает. С МК-16 кто-то убил, слушайте. В офисах, что ли, спрятался? А-а-а!
Ну, не в голову, но надо было его убивать. Да, МК-16. Вот она, последняя крыска. И все на этом. На таможне таких нету, капец. А, он сверху, что ли? Двое причем там сидит. Один сел слева, другой сел справа, да? А я квест сделал, вы не обратили внимания, чат? О, сделал. Там нужно выход надо идти. Пусть там челик полутает все остальное. Он что, за мной решил пойти? Гранатку приготовил, ты сотри. Блять, а бейсбол, как ты вовремя кончился? Зачем ты мне гранату кидал, друг? Вышел бы спокойно с локации, никто бы тебя не трогал. Пойдет 40 тысяч потом. Что, ты тут? Да. Все, я доделал квест. Можно идти. Что-то мошку? Да, наверное. А что? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.